Тема 734. Светящиеся бабочки. Этот бизнес покажет скептикам, как в России можно создавать бизнес одного товара и продвигать его по всей стране без особых затрат. Российский инженер из Красноярска придумал светящиеся бабочки. Вообще, это было ожидаемое изобретение. Галстуки-бабочки недавно снова начали входить в моду, особенно выполненные из нетрадиционных материалов, например, дерева. Возможность светиться – это тоже новый элемент моды, который уже был замечен на кроссовках и на других видах одежды, читайте лучший костюм на Хэллоуин. Такой аксессуар наверняка понравится молодежи и людям, которым полагается быть смелыми в одежде, артистам, шоуменам и прочим. Конструкция светящейся бабочки проста: обрамление из дерева, основа, стекло, LED-подсветка и кнопка по центру, которая включает питание от батарейки, и бабочка начинает светиться. Технология уже запатентована изобретателем, и вам, к сожалению, нельзя ее повторять, если вы вдруг тоже захотите создать такую же бабочку. Но зато вы можете продавать такие бабочки по франшизе. Компания очень грамотно начала продвигать свой товар. 1. Запатентовала технологию их изготовления, теперь никто не может безнаказанно ее скопировать. 2. Создала сайт bravergujondeshign.ru, насколько я вижу, он сделан на конструкторе сайтов их.com. 3. Надела свои бабочки на популярных людей. 4. Сделала интересное предложение юридическим лицам и приняла корпоративные заказы. 5. Открыла аккаунт в Инстаграме, где регулярно начала выкладывать свои творения, и набрала уже более 8000 подписчиков. Не остались в стороне и другие социальные сети, ну, это уже как база. 6. Открыла продажу франшизы, ниже, картинка со страницы, где предлагается франшиза. Отныне эти бабочки имеют шанс продаваться практически в любом городе России. И с каждым годом продажи будут только нарастать. О франшизе. Франшиза молодая, и до 15 мая компания предлагает купить ее за 100 тысяч рублей, через несколько дней цена поднимется до 170 тысяч рублей. В эту сумму входит обучение производству подобных бабочек, необходимые материалы и программное обеспечение по их продвижению, для автоматизации работы и прочее. Как заявлено в презентации франшизы, прочих затрат вам не потребуется, во всяком случае, на первоначальном этапе. Насколько я поняла, можно вполне обойтись без офиса и без дополнительных сотрудников. Окупаемость франшизы – 1-2 месяца. Если у вас уже есть свой товар. Если у вас уже есть свой товар, желательно, оригинальный, который вы производите, но не знаете, как увеличить его продажи, идите в бизнес молодость и выступите со своей идеей со сцены. Вам там помогут. Вам не только подскажут, что и как делать для продвижения, но и познакомят с нужными людьми.